Химках продолжается масштабная модернизация системы наружного освещения. Старые светильники меняют на новые, энергоэффективные. Но главная особенность этого обновления в установке современного программно-аппаратного обеспечения. Оценить автоматизированный комплекс и перенять опыт приехала делегация из Владивостока. В планах заключить концессионное соглашение с компанией «Светогор Химки». Предложение было взять в концессию уличное освещение. Город Владивосток находится на окраине нашей страны. В целом понимаем, что такая проблема есть во всей стране. Мы решили обменяться опытом, поэтому вышли на администрацию городского округа Химки. Обновление системы уличного освещения в Химках проводят в рамках концессионного соглашения. Наша компания подписала с администрацией городского округа Химки концессионное соглашение 1,5 года назад. И сейчас мы находимся в активной стадии модернизации. С Владивостоком мы находимся сейчас на стадии переговоров. Нам крайне интересен этот город, и городу тоже интересны наши компетенции по тому, что мы умеем модернизировать. Владивостоку необходима реновация освещения. Создание такой автоматизированной системы – это первый шаг к построению умного города. Все опоры уличного освещения городского округа и их работоспособность отражаются на планшетах диспетчеров. Модернизация наружного освещения – одно из значимых направлений в городском округе. Важно, что внедрение такой системы в Химках позволит распространить проект и в другие регионы страны. Мы всегда готовы поделиться опытом, потому что мы оцениваем положительный наш опыт. И если он может быть кому-то полезен, мы всегда готовы этим делиться, помогать и нашему партнеру, концессионеру, который делает благое дело для города, и тем городам, которые заинтересованы в том, чтобы аналогичные проекты, а может быть даже более высокого масштабного уровня, внедрить у себя на территории. Всего же в нашем округе заменят более 13 500 старых светильников, установят свыше 260 шкафов управления. Анастасия Кравцовская, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.